Привет, народ! И у нас с вами распаковка сегодня просто гигантская. Огромнейший пакет с сайта аптека.ру. Это не реклама, я все покупала за свои деньги. Это, наверное, один из самых больших, крупных заказов моих с аптека.ру. Давайте с вами начнем. Я запаслась ножничками, потому что пакет надо разрезать. Он запечатанный температурно, то есть его невозможно вскрыть нигде, кроме как у меня дома. Так, и что мне первое попадается? Вот такие колготки Hotex. Как вы знаете, у меня есть вся полная серия этих приспособлений, то есть и корсеты, маечка, и шорты, и бриджи, и чего только нету. Вот, и за колготками я давно гонялась, наконец-то они у меня есть. Вот такие очаровательные, они бежевые, черных, к сожалению, нету. Ну, не бывает, наверное, не производят. Такое сзади описание. И потом вам расскажу, понравилось или нет. Так, следующее, что достается. Купила омегу. Две упаковочки. Здесь 100 капсул. Омега-3,6,9. 100 капсул. Почему 2 купила? Потому что, по-моему, там по 4 штуки в день в течение месяца. В общем, я прикинула, чтобы, ну, 200 еще останется. В общем, нормально. Так, заказала вот такую штуку, 3 упаковки, думаю, что все наслышаны, для роста волос, то есть если вдруг проблемы, выпадают волосы, вот здесь сзади можно ознакомиться, посмотреть, есть картиночка, да, как чего, есть описание, способ применения, да, что входит в состав, в принципе, в общем-то, я просто все перепробовала, да, и бывает, что вот ближе к зиме у меня начинают почему-то выпадать волосы. Я, в общем, решила попробовать этот способ, потому что многие его рекомендуют как самый действенный. Потому что всякие там шампуни, типа лошадиная сила, это все бред. Так, что мне дальше попадается? Попадается витамин D3. Должен быть тоже в капсулах, да, 40 капсул, по одной штуке в день, значит, на месяц. Ну, соответственно, чуть больше получится, то есть, чтобы принимать. Это все не лекарства, это все витамины, поэтому не надо мне писать, я уже это заказывала, я уже это принимала, я знаю, что у меня организм, мой организм требует. Так, так, по-моему, я, да, одну упаковочку Миларены заказала. Я ей периодически пользуюсь, как правило, в зимний период, потому что большие проблемы заснуть вечером. Вот, но у меня еще осталось с прошлого раза. Я как-то неравномерно распределила витамины на месяц, поэтому у меня осталось где-то пол коробки. Вот, здесь 30 штук. Ну, примерно на полтора месяца у меня как раз будет их. Вот. Все нормы приема, они все в инструкции есть. То есть все как надо. Так, дальше из лекарственного вроде бы все. Поехали косметические средства. Сделаю вот такой крем. Я вам скажу, не из дешевых был, но производство какое-то супер-пупер. Это чистый ланолин, ультрачистый, то есть гипоаллергенный. Можно не удалять перед кормлением грудью, если вы кормите. Состав 100% ультрачистый ланолин. Не содержит добавок и консервантов. Вообще, средство это для тех, кто в основном рекомендую для тех, кто кормит грудью, но также и для профилактики обычным людям, скажем так, если у вас сухая кожа на сосках.
Вот, то есть, в общем-то, я вообще заметила просто с возрастом, что у меня очень сухая кожа, причем она везде сухая. Если раньше она была там в 17-20 лет, она была жирная, то сейчас она сухая. Я не понимаю, как так быстро произошло, но практика показывает, что она сухая. Вот. И, в общем-то, хочу попробовать рассказать, как. Если интересно, ставьте пальчик вверх. Потому что, ну, я слышала про это средство, про этот крем, но никогда его не пробовала, вообще не знаю, что это такое. И чистых таких вот искренних, откровенных отзывов никогда не слышала. Тюбик выглядит немножко помялся. Вот так выглядит тюбик. Маленький, да, но мне кажется, действенный. Так, здесь получается, ну, почти 40 миллилитров, 39,3 миллилитра, 37 грамм. Производство Германии. Вот, не знаю, увидите там? Нет. Вот, в общем, и он, да, он зафольгирован. То есть его никто не открывал, никто не нюхал, не пробовал. Вот он запечатанный. Запечатанный. И дата на нем стоит до 2021 года. Он годен. То есть можно использовать, в принципе, если даже каждый день мазать, мне кажется, вполне до 2021 года еще дофига времени хватит. Так, следующее. Это я, по-моему, да, это я брала для мамы. Два вот таких крема с шунгитом для суставов. Вот. Народное средство наше стоило в пределах 100 рублей. Цены напишу на экране. Вот. В общем-то, ну, попробовать, почему нет? Шунгит, говорят, крутая штука. Вот. Себе, собственно, с шунгитом я взяла крем для ног, для мягких пяточек. Тоже попробуем, посмотрим. Ну, как вы, может быть, слышали, у меня пятки просто атас. Это особенно в зимний период, это самая моя большая проблема. Поэтому будем пробовать этот крем. Вот здесь картинка сзади. Потом расскажу вам свои впечатления. Также с шунгитом взяла гель для умывания, омолаживающий с антиоксидантами на основе шунгитовой воды. Природная аптека. Выглядит вот так вот. Очень красивый бутылечек, такой лазурный цвет. Причем это не цвет бутылки, это цвет самого геля. Вот этого он такой голубой, лазурный какой-то, вот прям очень красивый. Красивая бутылка. Здесь дозатор. Тоже, надеюсь, все будет хорошо работать. Так, дальше. Поехали. От Натуры Камчатки взяла минеральную маску для лица, интенсивное увлажнение для всех типов кожи. Вот такая вот. Тоже попробую. Натуру Камчатку я, по-моему, не покупала никогда. У меня только шампунь, вот этот облепиховый, но это, по-моему, Натура Сибирика. Ну, в общем, не помню. Попробуем, но говорят, что качественные вещи, качественное производство. Здесь на первом месте термальная вода, например. Потом идут какие-то иностранные слова. Экстракт ламинарии, экстракт черемши, экстракт ели аляскинской, комплекс минералов. Потом опять какие-то иностранные слова. Ну, в общем, какие-то органические экстракты и ингредиенты. В общем, интересно тоже. Попробую здесь 75 миллилитров. А цены подпишу. Так, ой, давайте вот эту большую баночку. Вот такая вот баночка. Так, это у нас крем для ног, заживляющий трещины, способствует удалению сухих мозолей с облепихой и кокосовым маслом. Интенсивное смягчение для экстремально сухой кожи ног. Вот у меня прям экстремально сухая.
интенсивный уход, ботаническое масло, зеленая аптека. Ну, в общем, типа натурально все. Ну и состав здесь красивый, прям. Есть и на русском, есть и на английском. Вода, минеральное масло, глицерин, стеарин, масло кокоса, ланолин, экстракт облепихи. В общем, огромный список. Вот, буду пробовать. Кстати, думала, что баночка будет поменьше. А, довольно он там жиденький. Так. Сейчас глянем. А, он тоже зафольгирован. Но, судя по тому, как он там бултыхается, он довольно-таки жидкий. Вот, кстати, вот этот крем, он тоже довольно жидкий. Так, дальше что осталось? Взяла вот таких два масла какао и масло карите. Натуральное, 100% растительное масло. Вот таких два комплекса. А, тоже, значит, какао, источник насыщенных жирных кислот. Изготовитель ООО «Ботаника». Натуральное растительное масло какао. Косметическое, нерафинированное. Увлажняет, оживляет, тонизирует сухую, видающую кожу. Ну и так далее. А здесь у нас масло ши и карите. Значит, то же самое. Натуральное, косметическое, рафинированное. Великолепно увлажняет, разглаживает, смягчает кожу любого типа, стимулирует синтез естественного коллагена. Защищает кожу губ от пересыхания и обветривания. Подходит для кожи губ. В общем, интересные средства. Так, еще одна баночка, тоже запечатанная. Кстати, эти баночки не посмотрели. Ну, я уверена, что они все запечатаны, поэтому... Это вам не фикс прайс. Так, это у нас масло натуральное кокосовое. Вот так выглядит баночка. Значит, так, 100% масло кокоса. Подходит для, рекомендуется для ухода за кожей лица, тела и волосами. Питает, смягчает кожу, делая ее более упругой, бархатистой. Обладает защитными свойствами от ультрафиолетовых излучений. Подходит для нормальной, сухой и чувствительной кожи. Ну и там способ применения. Изготовитель Aroma Royal Systems, Санкт-Петербург. Так, из баночек все. И осталось у меня маски. Кстати, не думала, что некоторые из них такие маленькие. Так, а цена у них вообще заоблачная. Но я брала и то со скидкой на пробу. Значит, маска черная, пузырьковая, древесный уголь. Вот так выглядит. Хочу, может быть, с вами вместе попробовать, как она пузырится, какие ощущения. Посмотрим. Вот, сзади, в принципе, вот такая инструкция. То есть, вроде как нанес. Она запузырилась, и потом она снимается типа пленкой. Посмотрим. Так, дальше у нас кислородная маска для лица Bubble Oxygen. Глубокая очистка, смягчение, выравнивание. Рассчитана на 2 приема, 8 мл. Вот такая вот. Красивая такая серебристая упаковка. Итак, такая красивая серебристая упаковка. Рассчитана на 2 применения. Кстати, ну-ка, вот здесь сколько миллилитров? А, здесь 20 грамм. Я так понимаю, что она тканевая. Ну, в общем, не пойму. Вроде как она тканевая. А вот здесь вот крем, то есть такая маска
состав внутри, он переливается. И, значит, что она? Кислородная маска с экстрактом виноградной косточки для глубокого и нетравматичного очищения пор. Тоже попробую, расскажу. И вот такая интересная корейская маска, магнитная для лица. Так, инновационная маска с магнитными частицами и магнитом в комплекте. Магнитная маска не только насыщает кожу натуральными веществами, входящими в ее состав, но еще и увлажняет и насыщает коллагеном. Ну и состав такой был вообще прям фантастичный. Частицы металлической пудры, масло кокоса, масло миндаля, пальмоядровое масло, масло виноградной косточки, масло ши, пчелиный воск, витамин Е, морская глина, пантенол, глицерин и гиалуронат натрия. Все. Изготовитель Корейская Народная Республика. Или нет? Короче, КНР. Поставщик Хабаровский край. Ну да, здесь Гуанчжон, провинция Гуанчжон. Что-то там, улица Гуанчжу, Баюн. И что-то там, в общем, какие-то очень неприличные слова дальше тут. Вот, и здесь магнитик есть. Тоже буду пробовать, но я думала, что она будет больше за такую цену со скидкой. В общем, вот такой обзорчик у меня крутых, крутой посылки с аптека.ру, сайта аптека.ру. Обожаю этот сайт, постоянно там что-то заказываю, там очень много акций бывает. И это не реклама, потому что мне все эти товары достались за мои кровные денежки. Просто говорю, что сайт очень хороший, много можно чего найти интересного и купить со скидкой. И бывают акции, и бывают подарочки, и бывают какие-то бонусы. Так что ссылку оставлять не буду. Думаю, что вы все этот сайт знаете. Так что подписывайтесь на мой канал, ставим лайчики и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!